Тряпкой протри мне очки. Очки протри тряпкой. Ладно, а то там скоро ГАИ будет. И опять на полторы улетит. Хватит, давай, давай. Ляпну. Ну ладно, кое-как протерло. Надо там спиртом потерять. О, новые везут, новые, наверное. Видишь, нет? Да вижу. Темно, немножко темненько. О, немецкие эти. Маны. Эти. Бензовоз. Чего ты хочешь? А вот эти. Одевайся. Мам, мне надо по этому, по правилам. Очки. Не солнечные, а такие нормальные. Опять на штраф налетим. Им лишь придраться там. ДПС 50 километров в час. Я не знаю, когда мы на дачу или с дачи едем в другую быстро надо на пятый, блин, а я на третий. Вот смотри, 125, а нам еще 28 километров. Ну надо еще туда выходить заехать. Денечные. 28 километров сейчас там. Ну мы сегодня-то уже не поедем. Нет, ну надо сейчас вот деньги снять надо. Затариться в магазине и все домой. Воды купить еще там литров 5. Три фляги. Простой. Там есть три.